Всем привет, с вами Марс. Сегодня мы поиграем в I'm Alive. Остаться в живых. Или остался в живых. Это будет обзор? Может быть. Это будет Let's Play. Но это все впереди. Игру я поставил на средний уровень сложности. Ибо по старой памяти она не очень сложная. Ее называют Survival. Но сейчас вы посмотрите на нее, в принципе, сами. Производство Ubisoft Shanghai. Test. I'm not sure the sound is working. Wow. It works. This is a little awkward for me, but if you found this, then that means... Anyway, if you could try to deliver this video recorder to my home. That's in Havanton, 27 Arbor Street. It's right in front of the park, and, well, maybe... Короче, если вы найдете эту запись, отнесите ее, пожалуйста, ко мне домой. Это вся моя жизнь. Рюкзак, веревка, фонарик, пара батареек, пистолет. Никогда не стрелял с него. А, там и так нету патронов. Непонятно, почему субтитров нету. Прошел почти год. А чтобы добраться до сюда, мне понадобилось несколько часов. Если мне повезет, до дома я доберусь еще через... Не услышал. Он ищет Джулию, скорее всего, жену. Так. Короче, что-то тут непонятное. Игра покрашилась. Реально, после вот этого ролика она упала полностью. Что-то это как-то странно. Настройки графики выставлены по максимуму. Хорошо. Но детализация, в принципе, нормалек. Правда, такой черно-белый стиль. Так, ладно. Пистолет. Необычное управление. Вот, как вы видите. Сверху наши шкалы здоровья и выносливости. Так я уже не помню, точнее, как тут прыгать. Ага, хорошо. Пробел, как обычно. Сразу нам показывают возможности паркура. Давай, полез. Паркур тут всегда. Всегда и всюду. Эта игра про паркур. Ну, это понятно. На самом-то деле. С этим мы разберемся. Полез. И музыка сразу напоминает о том, что у вас заканчивается выносливость. Давайте быстрее власти куда-нибудь. Черт. Как я ненавижу эту музыку.
пошел вперед. То есть с самого начала идет туториал. Нас учат всему. Точнее, всем основам. Что как? Так. Понял. Все по чуть вспоминается. Я знаю точно, у этой игры есть определенные проблемы с управлением. Иногда управление просто сбоит. Именно поэтому я и забросил эту игру год или два назад. Короче, когда начал ее проходить. Так, а что у нас есть? Мне туда прыгнуть, что ли? Да. Хорошо. То есть, как вы видите, кроме начального ролика, больше ничего. Никакого сюжета, никакого введения, хотя бы куда мы идем, да? Так, это я зря сделал, конечно. Давай, полез. Выносливости у нас еще пока навалом. Это музыка просто, она накаляет обстановку. А так, все терпимо. Вот видите, она не помогает, она раздражает больше. Ну реально, ну вот зачем? Я же сам вижу свой индикатор. Как вы уже поняли, управление тут затачивалось под консоли. Так, что ты делаешь? Поэтому система паркура серьезно упрощена. Вот это вот музыка, правда. Единственное, что меня пока раздражает, это игрушки. Всегда раздражало. Второе — это управление. Пока на первых шагах. Первое, сколько уже прошло? 8 минут. Пока нормально. Это будет такой получасовой, может 20-минутный обзорчик на эту игру. Я вам скажу то, что я про нее знаю. А вы уже сделаете свои впечатления про нее. Моя задача... О, что ты делаешь? Ну понятно, понятно, понятно. Давай, 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 давай. Ну, это все туториалы. Ну что, открыть мне рюкзак, да? Сожри консерву, что ли. Прекрасно. Где это мы находимся? Well, it's still standing. Though Abington has seen better days. Стоп, это... Да не, это не Нью-Йорк. Не может быть. Я просто не помню, где это происходит. Может, я в ролике прослушал. Ну да, спускаться железным канатом — это круто. Прыгай. Вот. Хорошо, что парень у нас такой боевой, при всей снаряде, с альпинистскими перчатками. Так, а куда нам дальше идти? Ну, понятно. Лазаем, лазаем, лазаем. Эта игрушка полностью про паркур. Ух ты, как у него классно выход-то получается. Молодец. Парень крутой. Дальше куда? Да нет. Серьезно?
Ну ладно, полезли по пожарной машине. Экстрим. Tomb Raider. Там по самолету лазит. Тут как-то спокойнее себя чувствуешь. Нету такого множества эффектов. Можно сломиться? Нет? Нельзя. Невидимая стена. Консоли. Никакого хардкора. Сложности возникнут только в боях. Давай вылазь уже. Вот такая вот система паркура, в общем-то. Она очень быстро вам приестся и надоест. Как это было со мной. Ну вот в чем прикол этой игрушки. Вы вот начинаете вот это вот лазать, беситься. И понимаете, что это вам нравится. Вот просто даже нету сюжета там глубокого, прорисованного, размазанного и поданного вам на тарелке. Ну, парень, аккуратней. В этой игре есть одна очень и очень хорошая особенность. Она очень четко передает атмосферу. Эта атмосфера постапокалипсис или даже сам апокалипсис. Это все передано очень круто. Начиная от постоянной тревожной музыки, заканчивая вот черно-белой такой вот стилистикой. Ну и на фон не может не радовать. Камера что-то правда тупит. Это, конечно, может быть связано с моей мышкой. Так, не туда. Туда. А может быть... Так, а куда навести-то? Без башки. Три повтора. То есть у нас есть чекпоинты. Есть начало миссии, есть чекпоинт. И когда у нас закончатся вот эти вот повторы, мы начнем миссию с самого начала. На легком уровне сложности количество этих чекпоинтов не ограничено. Ну то есть записи. На среднем их надо собирать. А на харде, по-моему, их нет вообще. Но зато хард режим дает определенное... Подожди, парень, спокойно. Я... Я просто ухожу. Вот видите? Вот это вот... Да-да. Это вот системка такая. Взаимоотношения с людьми. В этом мире человек человеку волк. Есть, конечно, те люди, которым можно помочь, и которые могут помочь тебе. Но в основном бандиты, мародеры и простые недоброжелатели. Сейчас нас еще познакомят. Ну вот. Первая такая душераздирательная ситуация. Эй, подонки! Блин, издеваются над женщиной. И убежали. Атмосфера передана просто прекрасно. Вот, люди. Лег отдохнуть. Не проснулся. Что нам скажут подсказки? У нас есть улица,
У нас, кстати, нет русской локализации. Надо было поставить субтитры, но если будет Let's Play, я их поставлю. А пока на обзоре наслаждайтесь моим словесным переводом. Конечно, он хреновый, я знаю. Там... Так, что тут у нас? А, у нас тут повтор. Это хорошо. Я знаю, куда найти. Не знаю, как. Колючая проволока. I could force open this gate with something. А вот это вот система запугивания. Слышь ты! Пошел! Пошел! Здесь и Спарта! На-на! Давай, до свидания. Вот такая вот система запугивания. У врагов, у которых нет огнестрела, можно просто напугать. Убить или вырубить. Ну, в данном случае парню не повезло. Ибо патронов у нас не было, ну, мы его убили чисто блефуя. Это хорошая система. Уникальная фишка для этой игры. Довольно крутая. Да-да-да-да-да. Долбим кнопочку. Так, а тут у нас есть парниша с огнестрелом. Я понял. Спокойно. Спокойно. А ты тихо. Тихо. Пошел. Назад пошел. Кишки. А, не успел. Ты сука. Take it easy. Гандон. Не, ну вы видели это, да? Сукин потрох. Посмел меня ударить. Ну вот такие вот стычки в этой игре происходят. Причем они будут происходить постоянно. Так, что у нас здесь? У меня нет патронов, но мне, к сожалению, пришлось его потратить. Потому что я просрал момент surprise kill. Открываем очередную дверку. Давай открывайся, ну. Мачете ломать замки. Это неблагодарное дело. Как вы видите, город абсолютной разрухи. И атмосфера передана прекрасно. Я уже повторяю это битый десяток раз. Ну реально, ну красиво это все выглядит. Аптечка. Использовать я ее пока не буду. Смысла-то в этом немного. Так, куда нам нужно идти? Так, мы уже почти дома. Прекрасно. Видите, полным-полно закоулков. Сюда пойдем. А таким пистолетом, походу, не напугаешь. Здорово. Ну на, ладно. Держи свою. Thanks so much. How did you get this?
А не важно. Мы получили еще один повтор. Most people ended up at makeshift emergency centers like Pavington Stadium. And we were protected from collapsing buildings, but there was so much dust in the air, so we had to find another solution. It's been a year now, but we still have aftershocks from time to time. It seems they're here to stay. All we can do is deal with it. Понятно. Когда это все началось, люди начали прятаться. А хорошо. Прятаться в домах, в спасательных центрах, но большинство людей засыпало, что ли? А что случилось, я не понял? Засыпало пеплом? Но пепел от чего? Ладно, давайте двигаться. Так, вот там что-то... Повернись. А, там парниша. Пистолетом? Не, я не хочу пробовать. Он с пистолетом или нет? Ты мне скажи просто, ты с пистолетом, нет? Да. Он с пушкой, все. Я не хочу неприятностей. Такими surprise kill не пройдет. Они не агрессивны. Но если подойдешь, они вас прикончат. Потому что у вас может быть один патрон, а у него может быть... Короче, пока не сдохнете, так и будет садить вас. Без проблем. По светофорному столбу. Тоже одно из лучших решений. Этот парень профессионал. Это не Лара Крофт. Так, а это что у нас такое? Болеутоляющий. Прекрасно. Куда нам идти? Так уже пришли. А где наш дом? В таком случае. Нет, может где-то по этой улице? Все засыпано. О! Лежат уже скелеты. Как это вообще случилось? Прошел всего лишь год. Тут уже на улицах скелет лежат. Не знаю. Может, я что-то не понимаю, но... Все забито, все... Блин, я такое чувство. Ну что, я все протыкал. Где дом? На карте же ты здесь? Ну, окей, квартира. Вот здесь получается, да? Да, верно. Знал, что я протыкал. Он еще стоит, это хороший знак. Я был уже не уверен, что увижу это место снова. Дом, милый дом. Мэри? Мэри? Julie, are you there? Есть кто? Проще говоря. Мэри Джули. Одна из них жена, вторая из них дочь. Но, судя по всему, дома никого нет. I remember that day. What's this? Фотку. Фотку оставлю. We have to go now because of the earthquakes. The evacuation team is waiting for us. Мы должны уходить. We'll be taken to one of the emergency shelters.
It's very hard to get precise information about the evacuation plan. I have no idea where we'll be in the next hour. If only you were here, I would tell you that I forgive you for everything. For now, all we can do is pray that you're alive. And if you are, I know you'll come back here. We'll try to stay in Haventon, but we'll go wherever's safest. With Mary, I can't take any risks. We love you. Not a moment goes by that we're not thinking about you. Try to find us. We'll be waiting for you. Julie and Mary, May 23rd. Год назад. Довольно-таки слезливое письмишко. Там идется про то, что они должны эвакуироваться, что их группа уже ждет. May 23rd. That's almost a year ago. Да, почти год. Что жена прощает его за все. Что они его очень любят. И знают, что если он жив, то он вернется сюда. Мне очень жаль, что вы пошли, не дождались меня, или я не успел. Когда начались землетрясения, что-то я не понял. Где же вы сейчас? Я искал вас так долго. Я столько думал, как я вернусь. Так. Землетрясение. Прекрасно. Че, опять? Этот баг с камерой. Так, ну давайте пропустим ролик. Так. На этом все, пожалуй. На этом и закончим наш обзор. Посмотрите, как он смотрит. Как? Всем спасибо, что были со мной. Оценки я ставить не буду, ибо это обзор для вас, чтобы вы сами посмотрели и оценили эту игрушку. Всем спасибо, всем пока, до новых видео.